Добрый вечер, дорогие наши любимые зрители. Мы очень рады видеть вас сегодня здесь. Спасибо, что вы пришли. Для нас это очень большая поддержка и очень приятно, конечно же. Сегодня наш первый концерт, в общем-то, в этом году. Ну, первый именно в нашем составе. Вот уже больше месяца назад мы презентовали наш альбом, презентация которого как раз здесь и прошла. И мы в какой-то степени в поддержку этого альбома будем вот в ближайшие несколько концертов играть музыку. Хотя я, конечно же, уже очень хочу включать и новые композиции. Мы сегодня сыграем уже несколько пьес, которые еще нигде не были записаны. И тем не менее начнем с нескольких композиций, которые вошли в наш альбом «Отражение». Но вначале, конечно же, я представляю вам своих самых больших музыкальных друзей, с которыми я вот уже много-много лет вместе, с которыми мы делаем всю нашу музыку. Барабанный Петр Ивша. Виктор Шестак, бас. Мы начнем с пьесы, которая носит название «Прелюдия номер 4». Thank you.
Спасибо. Сейчас мы сыграем нашу первую пьесу с пластинки. Она называется «Непостоянство». Thank you.
Thank you.
раз хотим сыграть ту самую композицию, которую еще нигде не записали, хотя иногда ее уже начинаем играть. Пьеса очень такое многосмысловое, я бы сказал, имеет название. Она называется «Харизма». Thank you.
Thank you.
концерта, еще одной, я бы сказал, крупной музыкальной формы. Мы сыграем как раз пьесу, именем которой и назван наш альбом, «Reflection», «Отражение». Thank you.
Меня зовут Михаил Лузин. Большое вам спасибо. Друзья, мы сделали маленький перерыв. Я вам хочу сказать, что у меня есть наш альбом. Пока в физическом вот своем воплощении он вообще продается только у нас. Конечно же, он лежит уже во всех iTunes и Google Play. Но сегодня у нас есть энное количество дисков, если что, подходите. А мы продолжим через буквально 15 минут. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Сейчас мы хотим сыграть пьесу, актуальную, можно сказать, во всех смыслах. У меня уже получается, как Петя сказал, какие-то времена года, потому что уже две пьесы есть у нас, которые названы месяцами. Вот, осталось, значит, написать 10. И уже дело будет сделано. Но я называю, честно говоря, эти пьесы не просто вот временем, когда я их написал, а именно какой-то такой ассоциативной связью вот с некими там событиями или ощущениями вот именно того времени. И сейчас мы сыграем пьесу, которую я написал практически вообще несколько дней назад, и играем мы ее первый раз. Она называется, как вы поняли, «Гимназия». Thank you.
играем еще одну новую пьесу. Даже не знаю, как описать ее смысловое содержание. Я бы так сказал коротко. Она посвящена глобальным изменениям жизни, но носит название «Затмение». Thank you.
Ну, а сейчас уже мы решили объединить две большие, ну, небольшие, две композиции, которые мы завершим наше сегодняшнее выступление. Одна из них будет тоже с нашего альбома, называется «Старый город». А перейдет она в пьесу, как я вам сказал, во вторую пьесу из будущего цикла «Времена года». И вторая пьеса называется «Август». Написал я ее в августе 2015 года, но почему-то активно играть мы ее начали только в этом году. И тоже еще ее, кстати, не записали, собираемся это сделать. Но сначала будет пьеса «Старый город». Thank you.
Thank you.
это все так для вас. Меня зовут Дмитрий Лукин. Спасибо вам огромное, друзья. Нам было очень приятно играть для вас. Мы всегда вас очень ждем на наших концертах. Спасибо. Позвольте, мы сыграем еще одну прелюдию напоследок. И все.